В Бишкеке обезврежена банда грабителей, совершивших разбойное нападение на граждан Кореи. Ими оказались военнослужащие. Инцидент произошел прошлой ночью в одном из столичных караоке-клубов. Угрожая пистолетом, злоумышленники в камуфляжной форме и масках отняли у иностранцев $3000 и 16 сотовых телефонов. Завладев чужим имуществом, нападавшие скрылись в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности пятерых нападавших. В Министерстве обороны Кыргызстана уже подтвердили тот факт, что задержанные служили на контрактной основе. Проводится служебное расследование. Они были установлены и задержаны. На сегодняшний день в отношении них возбуждено уголовное дело, и все задержанные сегодня водворены в ВВС ГУВД города Бишкек. Оперативники слаженно вместе с районными оперативниками сработали. Там была, естественно, видеокамера, как сегодня обычно полагается во всех этих. И там посмотрели, и там они действовали еще так четко, резко. И после этого они начали работать тоже, вот, не исключая среди сотрудников силовых структур.